Каким Исмаилович? Ну вот что произошло, то есть в минувшее воскресенье, да, человек пришел к зданию, ну, к месту строительства мечети и попытался взорвать там баллоны, то есть устроить что-то такое нехорошее. Вот, ну вот как вы вообще об этом узнали и как вот отреагировали на это событие? После вашего звонка я позвонил работникам, которые там работают. Они ведь мы практически не знали об этом. Работник, который работает там. Но видели работников полиции, которые там ходили вокруг мечети, и не объясняя им, они ходили там, что-то искали, но они еще раз не знали о том, что там кто-то хотел подорвать его. Кому-то очень здорово мешает. Тем более перед выборами. Если бы, но Бог нас спас, был бы совершен этот акт, наверное, это бы сколыхнуло не в пользу нашей страны. Вот кому это нужно? Кому это нужно? По всей вероятности, наверное, если будет возможность такая, я обращусь через газету «Комсомольской правды» нашим правоохранительным органам, надо заниматься. Но сегодня подорвал бы сам шатон мечеть. Завтра кто-то найдет ненормальный человек, который подорвет храм какой-либо. Или католика, или православный. Что это даст нашему обществу? К чему это приведет? Об этом задумался вот этот человек, который хотел это совершить. Мне лично сказал он, ну как вам сказать, как мусульманин, конечно, он бы надо мной. Ну, поступило нехорошо.